Привет всем! Снова иду в лес. Прошли хорошие дожди, поэтому надо посмотреть, как там грибы, выросли, нет. Такая вот природа у нас, показать-то. Очень красиво сейчас. Кое-где, хоть и деревья объедены, но все равно в лесу очень хорошо. Сейчас вот так вот пойдем. Такие у нас дороги. Солнце светит. Сегодня 25 градусов. Такая вот красотища. Поэтому надо сходить и посмотреть, как грибы выросли. Да и просто прогуляться. Пока еще лето, то скоро придут холода, и уже, конечно, не сходишь никуда. Здесь вот такие заросли. Такие вот заросли. Так, пойдем. Такая вот погода. Ветерок небольшой. Красота такая вот в лесу. Там надо посмотреть, прогуляться, пока есть еще вот это время. А затем похолодает и уже все. Раньше вот здесь немножко были грибы. Наверное, тут пока нет, надо дальше идти. Дожди хорошие были, а не знаю. То ли вырастло чего, то ли нет. Такая красотища. Погодка шепчет. Смазь гремит. Вдруг комары. Вот такая вот. Травы уже все практически отцвели. Поэтому. Но все равно красиво в лесу. Свежо так. Дышится легко. Особенно после того, как день на работе. Такая прогулка, это просто лекарство. Ну и все, надо уже вот сюда вот заглянуть, посмотреть, что здесь есть. Ничего нету там, поэтому пойду дальше. Так вот процвел осот. Такая полянка. Солнышко такое. Не во всех лесах грибы есть, где-то есть, а где-то нету. Там надо идти дальше. Так вот. У нас Новосибирская область, поэтому лето короткое. Скоро похолодает и уже все. Деревья пожелтеют листья, и придет осень. Такие тропинки. Как раз очень хорошая физкультура. Ходить приходится много. Все леса объедены гусеницами этими. Как листочки красиво шелестят. Ну и вот, вот отсюда обычно начинались грибы. Скачет по кустам. Такие вот какие-то цветы зацвели. Здесь еще кустик. Такие вот цветочки. Не знаю, что это. Какое у них название.
Ну, шмели, и вот пчелку здесь где-то я видел. Ну, пока нет грибов-то. В другое место зайду. Там обычно, если грибы есть, они там были. Сюда вот. По этой полянке. Буду сейчас смотреть. Ну, наконец-то, вот он, грибок. Такой вот подберезовик молодой. Вот здесь вот, смотрите, еще один под осинкой растет. В общем, вот в этом лесочке можно будет посмотреть, пособирать грибы. Такой вот осинник зелененький. Красота в лесу. А свинушки вот уже такие большие, переросшие. Не знаю, многие их не берут. Но мы берем, бабушка брала, мы берем. Но такие большие пока не буду брать. Вот еще посмотри. Большие слишком уже были. Поднялся ветер, небо ясное, чистое, и вот такой вот грибок у берега растет, тоже подберезовик. И вот еще один какой красавец, сейчас тоже его срежу и покажу вам нашу речку, называется она Тартас. Такая вот река после дождей, воды стало больше, до этого было меньше, сейчас вот после дождиков вода прибыла. Такая вот речка. Сегодня у нас 18 августа. Вот такой вот берег. Бережок. И вот дальше там тоже это все. Речка. Буду упираться наверх. Вот. Там тоже какой-то грибок растет. Сыроежка. Так вот солнышко садится. Вот такая вот природа. В Сибири вот рыбка. Видите, как плещется. В общем, и рыбка есть, и грибочки. Все есть в сибирских лесах. Поэтому вон на том вот берегу тоже, кстати, очень грибные места. Но там надо лодку, чтобы переплывать. Чтобы туда попасть. Там боровики, и белые грибы, и свинушки. В общем, чего там только нет. В прошлом году туда ходили, но они уже были переросшие. Вернее, плавали. Может, в этом году выходные или еще когда-то, может быть, попадем туда. Такой вот красивый лес. И река, конечно, просто волшебная. Такая вот красотища. Тихо, спокойно. Такое умиротворение. И вот такой вот уже переросший мухомор. Я сначала думал, может, боровик? Нет, мухомор. Такой вот тоже красавец.
Вот такой вот мухоморчик. Вот еще такой вот хорошенький грибок в травке. Вот его тоже срезать под березовичек. И вот еще один какой красивый под березовик. А здесь рядышком маленький. А там еще один малыш. Ух ты, какое хорошее здесь местечко. Надо будет все обсмотреть. Может, где-то еще есть грибочки. Вот такие вот красавчики. Вот такие вот кустики папоротника. Один. Рядышком второй. Здесь вот еще один такой красавец. Третий. И много, кстати, молодых. Прям очень много молоденьких. Ну и лес. Где посырее места, там есть грибы. Ну вот на одном местечке вот такие вот красивые грибочки. Вот такая вот красота. Солнце. Стрекочут кузнечики. В общем, прекрасное такое вот еще летнее настроение в лесу. Такое вот яркое-яркое солнце. Ну, а сейчас пойдем дальше. Посмотрим в другом месте. Там обычно росли, ой, подберезовики. Вот эти красными шляпками, которые подосиновики и свинушки. Многими любимые, многими нелюбимые, но вкусные тоже грибы, кстати. Их нужно уметь приготовить. Вот так вот. Идем, идем. И наслаждаемся природой. Красота со всех сторон. Хоть и отцвело, а все равно. Небо чистое, немножко облака, совсем чуть-чуть. Поэтому идем дальше. И вот это местечко. Не могу сюда не спуститься. Здесь такая красота. Сейчас пойдем сюда. Аккуратно. Берега неровные, поэтому нужно аккуратно идти. Чтобы нигде не убиться. Ой-ой-ой. Прям ямы такие. Ой, ну вот оно, это место. Такое вот прекрасное место. Очень часто здесь снимаем. Такая красота. Лилии. На одном видео они как раз попались цветущими. Когда раньше приходил сюда. И вот такой вот лес. Здесь прям заметно прибыла вода. Травку подтопила. Раньше вот здесь был хороший такой проход. Вот здесь вот именно в этом месте. А теперь все в воде. Поэтому прибыла она. Такой вот красивый соседний берег. Как с картины какой-то. Хоть картины пиши. Там вот цветочки цветут какие-то. Такая вот красивая травка. И кто-то постоянно тукает вот именно в деревьях там. Какая-то птичка, что ли. Как рыбка плещется. Там вот, видать, ловит комариков. Такая вот река. Кто вот здесь вот спрятался такой? Это свинушки. Молоденькие вот такие вот красавцы. Сейчас буду их срезать. А вот там соседний лес. Вот столько в пакете
ведерки грибочков, такие свинушки, подберезовики, и вот еще одни два таких вот хорошеньких подберезовика. Чистенький так-то, шляпка немножко поедена, так чистенький. Да еще один. Ух ты, не дает забрать гриб. Такой вот грибок. И вот еще один грибок у самого берега. Красивый подберезовик. Иду дальше, уже в обратном направлении. Темнеет так сильно. У меня зрение плохое, поэтому я уже в такой темноте плохо вижу. Приходится прям приглядываться. И вот еще два таких молоденьких красавчика прямо на полянке растут. Вот по берегу речки. Ну вот уже совсем стемнело. Сейчас уже 10 час. Поэтому надо уже выходить здесь по этому осиновому лесочку. И идти уже домой. Еще кое-где буду заглядывать, смотреть. Так уже пора идти домой. Вот так вот уже смеркается. Вот такой вот высокий берег у нашей речки. Такая вот высота. Деревья растут, березки. И вот еще забрел в один лесочек, а здесь такие вот грибочки только появляются. Еще где-то здесь один вот он, такой маленький. Что совсем ничего не видно. Совсем темно стало. Ну вот такие вот грибочки в нашем лесу растут. Уже совсем стемнело, поэтому подсвечиваю фонариком. Ну и пойду домой. Такой вот заход солнца. Закат. Поэтому вот такая получилась прогулка. Уже 10 часов вечера, поэтому накапливается усталость, поэтому надо идти домой. Полное ведро грибов, небольшое, конечно, 5-литровое, но все равно подберезовики, свинушки и совсем-совсем таких несколько маленьких боровиков еще не пошли. Вот только подберезовики в основном. Фу. Тут такая вот природа. Можно хоть посмотреть что-то. Потом вспомнить зимой. Комаров практически нету. Несколько штук всего так летает. Даже ни разу не брызгался. Здесь уже все повыкосили. Такая полянка. Все выкошено. Хорошо можно ходить. Нет бурьяна. В одном месте кто-то там рвал грибы. Маленько так срезанные были. А так вообще почти не братые. Поэтому никому особо-то не надо. В этом лесочке. Ну все. Всем пока-пока.